Как раз я написал от того, что я буквально вот стоял на кухне, и только я закурил сигарету. Я не знаю, откуда эти строчки приходят вообще. Мне кажется иногда, что... Ну, знаете, я не Жанна Агузарова, чтобы сказать, что у меня есть связь с космосом. Я не столь гениален. Но они откуда-то берутся. Это стихотворение про очень важный орган в нашей жизни. Я считаю, что это практически самый важный орган. Иногда он выходит на первое место, и мозг вообще отключается. Но я считаю, что иногда это совсем неплохо. Просто нужно иметь правильное управление. Не делайте из сердца рудимент. Храните в нем все самое родное. И берегите каждый компонент, пока оно действительно живое. Пока оно цветет у вас внутри. Пуская корни к разуму и телу, не думайте, что порция любви способна помешать благому делу. Найдите место храбрости добру, пытаясь защитить его от боли. Не думайте... Не надевайте душную броню, а строже воспитайте силу воли, пока оно горит у вас в груди, покуда там не все пропало. Не превращайте сердце в рудимент. Больших сердец и так на свете мало.